готовим с вами пирог манник зебра. Для этого нам понадобится манка, сахар, кефир, растительное масло, мука, какао, апельсиновая цедра, разрыхлитель. Сахар смешиваем с апельсиновой цедрой. В кефир добавляем растительное масло, манку и сахар. Хорошо перемешиваем и оставляем на 30 минут. После чего добавляем муку и хорошо перемешиваем. В половину теста добавляем какао и хорошо размешиваем. В середину формы выкладываем по ложке каждого теста и получаем зебру. Выпекаем на 180 градусах 50 минут. Наслаждаемся!